Друзья мои, всем привет! И в этом видео я хочу зарядить вас прекрасной энергией, энергией моря, энергией солнца, нашей самой первой и главной планеты. Планета, которая дает нам тепло, жизнь, энергию, и от чего мы, скажем так, отталкиваемся, и именно благодаря этой планете мы живем. И насколько важна для нас вода, ну, наверное, все помнят песню Киркорова «И огонь, и вода». Вот, потому что именно эти две стихии всегда идут рядом. Они используются для благословения, очищения в церкви. То есть любой ритуал проводится с огнем, со свечами и с водой. Поэтому эти две стихии считаются как бы родоначальниками нашей жизни, когда мы находимся еще в утробе нашей мамы, мы там тоже находимся в воде, вот, и мы состоим в большом количестве, примерно 70 с лишним процентов из воды, поэтому вода является основой жизни, основополагающей точно так же, как и солнце. Поэтому первые цифры – это огонь, это солнце номер один, и номер два – это как раз вода, это луна. Поэтому сегодня я веду этот небольшой репортаж именно с прекрасного, красивого места на море. И хочу зарядить вас жизнью, новыми, дать какой-то новый толчок вашей жизни. Поэтому пользуйтесь, все такое красивое, прекрасное. И мы с вами всегда на связи. Пока-пока! Успехов, радости, счастья, удовольствия и любви.